10 наград различного достоинства на 10 пар. Шымкентские танцоры стали обладателями 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей 9-го ежегодного международного турнира по спортивным бальным танцам под названием «Вальс осени». В соревнованиях принимали участие более 900 пар из России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Кирилл Кан и Вероника Йен в паре занимаются 3 года. На традиционном турнире они удостоились наград за занятое 1-е и 3-е место. Все классно, заняли 1-е и 3-е место. 1-е место я занял по 6 танцев, а 3-е место по 8 танцев. Пара Махмуд Багиров и Рената Абдеева выступает в категории молодежи 16-18 лет. Махмуд и Рената положили в копилку наград 1 золотую и 2 серебряные медали. Возрастная категория молодежь, 5 танцев. У нас была категория с наивысшим уровнем. Ну, соперники были очень сильные, хороший уровень, ну, достойные соперники. Сначала было волнение, сильное прям такое, потом лучше уже успокоились, собрались и сделали все возможное, чтобы победить. Тренер по бальным танцам Татьяна Катичева не скрывает, ребята сделали все возможное и показали результат, весомая тому оценка. Я думаю, что это было очень достойное такое начало этого сезона. Сначала, конечно, ребята волновались, было видно, что был летний перерыв, но потом взяли себя в руки и все удалось, мне все понравилось. Теперь танцоры Юга готовятся к турниру, который пройдет в Шымкенте 24 ноября. На подготовку времени у спортсменов осталось совсем немного.